Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня я буду открывать легендарный сундук в Clash Royale. На данный момент у меня 6-я арена, и я хотел бы любую легендарную карту, кроме адской гончей, потому что она у меня уже есть. Ну, прикольная, кстати, карта, и я бы хотел какую-нибудь, не знаю, ну, например, карту кладбище или карту Спарки к ней, но мне кажется, что Спарки мне вряд ли выпадет. Ладно, начнем с бесплатных сундуков. 56 золота, 1 огненный шар, 7 рыцарей. Так, ребят, не забываем поставить лайк. Сейчас откроем серебряный. 40 золота, 2 мортиры, которые мне не нужны, и 6 миньонов, которые мне тоже не нужны. Давайте сейчас бесплатно откроем еще раз. 59 золота, 7 теслы и 1 ракета. Ну, теперь давайте откроем королевский сундук. 406 золота, неплохо. 3 кристаллика. 5 скелетов, тоже мне не нужны. 10 пушек. И 32 миллиона. Все, мне здесь не надо. Даже хижина гоблина. Ну что ж, друзья, теперь специальное предложение. Легендарный сундук за 500 гемов. Также тут еще что-то можно было бы открыть, но нет, сегодня буду открывать один легендарный сундук, в котором одна легендарная карта. Друзья, пожалуйста, поставьте лайк этому ролику и подпишитесь на канал, если вы еще впервые, и да. Надеюсь, выпадет не адская гончая, может шахтер какой-нибудь, или там королева. Ой, королева, как ее там зовут, я забыл уже. Может быть, выпадет дровосек, нет? Но я бы хотел любую карту, кроме адской гончи. Да. 500 гемов. Сейчас будем тратить. Ну что ж, друзья, поехали. Ставьте лайк. Кладбище. Отлично, ребята. Кладбище доступно. И, блин, это прикольно. Теперь я смогу, наверное, какие-нибудь комбо делать с помощью кладбища и адской гончи. И это хорошо, что мне не выпала именно вторая адская гонча, потому что, блин... Но это было как-то... Хотя второй уровень адской гончей, думаю, не такой уж и плохой. Хотя две легендарки лучше, чем одна. Так что кладбище вроде бы не такая уж и плохая карта. Ну, блин, лайк, друзья, думаю, можно поставить за это, да? Думаю, можно, да. Вот такая вот прикольная карта. Будем, наверное, в стримах с ней играть. И также видео. Если вы хотите побольше видео с Clash Royale, то просто ставьте лайк, пишите об этом в комментариях. Так, ладно. Теперь давайте, наверное, ее поставим в колоду и все, да? Давайте, вот новая карта. Кладбище. Вместо чего ее заменить? Вместо... Блин, мух. Давайте с помощью мух. Кладбище первого уровня. Вот такие вот у нее характеристики. Ну что ж, друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если хотите побольше клэш и побольше открытий сундуков, а также легендарных сундуков. Оставляйте свои комментарии, вступайте в группу ВКонтакте и добавляйте мне друзья ВКонтакте. Всем спасибо, всем удачи и пока!